В Магадане состоялись выборы руководящего состава Общественной палаты 6-го созыва. Согласно положению об Общественной палате, главной задачей этого органа является обеспечение взаимодействия горожан с органами местного самоуправления, а также защита прав и свобод граждан. Именно поэтому руководящий состав нужно было выбрать правильно, с пользой в первую очередь для людей. Церемония избрания 11 членов Общественной палаты 32 общественниками, которые посчитали возможным стать членом городской общественной палаты. Как я и сказал им, что не все станут, но это не беда. Действительно, была квота и у Магаданской городской думы, и квота мэра города Магадана, и 21 член общественной палаты сегодня у нас есть. По словам главы областного центра, в общественную палату вошли самые активные магаданцы. Палата формируется на основе добровольного участия. В областном центре больше 200 общественных организаций, поэтому войти в состав всем не получится. Однако всем потенциальным кандидатам нужно сотрудничать. Избрание происходит тайно на общем собрании. Я считаю, что тот состав общественной палаты, который избран на сегодняшний момент, совместно с общественными организациями мэрии города Магадана, городской думой, должны работать по решению задач общественного характера и решать экономические и социальные вопросы во благо жителей города. Палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Магадана, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, органов местного самоуправления для эффективного решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития. Состоялись выборы руководства общественной палаты 6-го созыва. Выбраны председатель, заместитель председателя. Я хочу пожелать этим коллегам, значит, успешной плодотворной работы. Со своей стороны, как общественник, ну, с достаточно большим стажем, я все 6 созывов участвовал в работе общественной палаты города Магадана. 4 созыва из них был председателем этого органа. Конечно, имею свою позицию, и она заключается в следующем. Мне кажется, ну, это было, скажем так, несколько разбалансированное решение по выбору руководства, целиком представляющего бывших депутатов городской думы. Почему? Потому что, ну, вы знаете, все-таки это общественный орган. На этом поле общественной работы, мне кажется, должны приоритетные мнения и позиции звучать тех общественных организаций, которые живут этой общественной работой. Заместителем председателя палаты избрали экс-депутата Магаданской городской думы Сергея Давыденко. Основной формой работы палаты является заседание комиссий и рабочих групп. Члены организации имеют право проводить слушания по общественно важным проблемам, изучать и анализировать общественное мнение и участвовать в разработке программ социально-экономического развития.